Фух, я смог убежать от этого монстра. Убежал, говоришь ты? Тыква! Тыква, ну как? Ты же не смог убежать. Я смог убежать, но ты бросил меня, Костя. Я думал, ты умер. Тебе напомнить, что произошло? Чё-то мне кажется, мне надо напомнить. Костя на хуй поставил Найтмэр, это же жопа. Да гений, ты что сделал? Что ли, а мы не пройдем эту хуй? А мне интереснее будет. Найтмэр, тебе ага. В следующий раз я буду создавать. Так, давай, подожди, сюда, давай. Ой, что произошло, давай. Тыква, ты чё за тем уже? Пошли. Чё, когда начинаем? Ты чё, снимаем уже, да? Да, я уже снимаю, в кошмарном уровне. Я в это один раз играл, и топ у меня обосрался, было такое. Мы идём за Армансом. Нет, мы идём за Тыква. Легенда со сломанной микро. Нас ведёт. Тыква, позвони назад. Бу! Чё, тупой, что ли? Не испугался? В чат пишу. О! Бумажка. She likes to mimic them. Be cautious. Don't let yourself be descended. Turn back no before it's too late. Не знаю, что я сейчас прочитал. Ой, она сейчас там будет. Давай. Тетя, покажи. Или там тетя. А! Тетя. Вливаем. Не. А я тут буду. Арман такой открыл нам дверь. Давай, все, идем сюда, я забрал. Я кей 2 взял. Опа, подвал. Давайте рабов сюда затащим. Самое страшное это то, что тут это... Там, кстати, записка была. О, все. Самое страшное тут то, что куда мы играем попали? На Nightmare. И именно тут не работают фонарики. О, страшный город. Чего вы стоите на месте? Ура! Китай, Япония. Ха-ха-ха-ха, Китай и Япония, сейчас поиграем. Блин, ну вот это слово мне не понравилось. Какое? Музыка хорошая. Тыква отстает очень вообще. Хорошая музыка. Rock Bookstore. Можно мне книжки зайти почитать? Ну иди. Ну он закрыт. Ключи подходят. Еще один букстор. Чего так много букстор? Одинаково. А! Привет! Ой, привет. Я обкакался. А я помню, как тут Зотик с щитами играл, вы помните? Да, я, конечно, я помню. Ой. А-а-а! Она слишком близко поет, это страшно. Все, я сдох. Арманс, где Арманс? О, Арманс летает, фу, читер, боже. Спалился с щитами, все, репорт. Как Зотикса, понятно? Да я в курсе так посмотрел. Ты кто, девка? А. Уй, я хотел с ней поговорить, но она ревнула и же. Да вроде бы они стоят. Ой. Арман, бежим! Тут слишком много их. Смотрите на них. Не надо! Нет, это уже никто не идет. Пошли. Можно побыстрее, она откроется? Тут! У меня уже фобия на них. Идите. А, она в доме была! Ай, статуя! И чёрт бы мне. А, ну мы придем в дом, там где видели эту дуру, да. И зайдем. Смотри, подвал. Тут подвал. Пускаемся. Тут безопасно. Что-то мне не так не... Ну, как-то слабо верится. Не очень убедительно. А Сайтама в соло, короче, все. А еб... Да я думал, она меня сейчас побит бы. Я тоже думал. Все, я пришел. Да, это было правильным решением. Топ кто-то прошел, слышь? Можно обратно в лифт, а? Я тут останусь, типа. Нет, нельзя. Не, я буду пошли, в лифте. Ну пошли. Пошли. Ты ой, видишь? Блядь, она там. Ну все, я буду в лифте точно.
Избегайте ее. Нет, только пошли. Найдите карту. Сейчас ищем карту. Это наш путеводитель какой-то. Я хочу, чтобы она на меня побежала. Да, за тобой, куда ты пошел? Пошли направо. Она туда пошла. А! Вали! Вали! Я, короче, понял, смотри, она идет туда, и мы убегаем туда, понял? Понял. Она на балалайке играет. Можно Моргенштерн сыграет? Куда идет, в одну сторону идите вправо. Кость, идите карту, избегайте. Рип, у тебя почему у тебя гроб, сзади гроб Рип? Это намек? Это намек на то, что сейчас нам вот это вот будет. Это я. А, я, это Арманс на спине со мной. А, ну вот да. Вот это мой путеводитель. Видишь? Идет. Пошли! Бежим. Ну она вроде красиво играет на балалайке. Жалко, что она нас убить хочет. А, да. Ну, зато мы знаем теперь, что такое белое. Ну тут где-то это ходит, я точно помню. Ой. Беги! Я бегу. А на меня? Иди какай, бабайка. Я не знаю вообще-то. Это на тебя вроде. Чё? Супер. Это уже на лабиринт души похоже, мне не нравится. Всё, достало меня. Мы карту теперь не найдем. Сука, когда ты бегал, вот эта бабайка там, понимаешь? Вот это самый главный минус. Минус. Да... Это по 5 баба. Это твоя бабайка. А я сюда, значит, пойду. По-моему, тут тупик. Уйди, я слева. Ну, тебе сзади, назад надо было идти, в другую сторону. Жопа. Ой. Там тебе жопа. Обойди ее, обойди ее. Да ты... Ну это все. ГГ. Я думал, это сработает. У вас тоже бабочка в руке? Да. Ладно, хоть сейчас не будет Nightmare, сейчас изи. Вот видите? Это... Аниме! Или как это? Как это называется? Что это? Как это называется? Это Китти? Так шо? Китти. О, да, Китти! Китти. Hello, Китти. Вот на что смотрят настоящие мужики, да? Да, о. Так, Арман, давай, куда мы бежим? Я, короче, так понял. Я, кстати, понял, как ориентироваться тут, смотри. Тут, типа, когда свет, это вот, значит, что надо прямо идти. Так, баба, вы уже побежали, вообще-то. А чё, в смысле? Гений. Так, где тыква? А вот тыква. Да забей на тыкву. Согул, забей на тыкву. Так, бежим сюда. А, нет, блин, тут тупик. Налево. Налево же могли. Блин, а тут тупик. Чё за прикол? Давайте пожертвуй. Она меня убила в стену, я в стену залез и меня убила. Чего у меня фонарик не работает, что это? Он работает. У меня нет. Ну значит говно фонарик. Ломали мне фонарик. Хилим стамину. Хили мне фонарик. Тебе дали бракованный фонарик. Да. Тайские фонарики. Ладно, тут все-таки чуть-чуть-то видно. И коксика видно. И бабайку видно. Коксик вообще белый. Почему я коксик? Объясни мне это. Нет, ты пупсик. Потому что я тебя так чел назвал, видимо, подписчик твой. Коксик. Нет. Где ты? Он за мной, по-моему. Я вас бы сдохли оба. Да блин. Ура, фонарик не китайский. У меня один фонарика нету. Куда нам? Давай туда. Нет, давай туда. Бабайка! А у меня стамина нету, я жопа. Он сзади нас.
Ну, а я тут стою такой. Мы прощайтесь со мной. Мы в тупике. А я нормально еще. А, не, я еще не сдох. Я дальше бегу. Нам в другую сторону. Я эту бабайку для начала отвезу. И мне помогут. А я дальше бегу, прикиньте. Три шаги. Блин, мне дали бракованный фонарик. А у меня по бутылку в магазине. Ничего. Ты там не изоблюй свой микрофон. Она по потолку лазит! Иди отсюда! Ба. Да это просто девушка. Как сбежать-то, а? А, тыква! Я видел тебя! Я, кажется, лифт видел, да ты суть. Нет, там нет лифта, там дверь. Значит, дверь. Да теперь китайский фонарик. А, Костя, она за тут огналась. Лифт, всё. Победа. Блин. Туда тебя. Я вообще-то обижусь. Я нашел лифт. Ура. Где я теперь? Гонец головы первой. О, победа. Так, где тут рычаг? Вот. Я думал теперь рычаг искать. Вернулся в лоб. Next. Вот сюда, вот нажимаете сюда. Красную кнопку. Красную. А что синий пойдет? Я думаю, так поступать некрасиво, Костик.